Голову выше. Улыбайся. Ребенок на подиуме – это всегда праздник, говорит Ольга Дубова. Ее дети с удовольствием позируют фотографу и готовятся к очередному конкурсу красоты. Ольга признается, о модельном бизнесе когда-то мечтала сама. Теперь свое желание реализовывает в девочках. Нам хотелось бы, конечно, на достигнутом не останавливаться. К сожалению, у нас в Саратове не так много этих конкурсов проводит и не так сильно развита эта индустрия. Ну, в общем-то, хотелось, конечно, и дети с удовольствием участвуют и в дефиле, и в фотосессиях. В общем-то, мы планируем и дальше участвовать в данном направлении. Под прицел фотокамеры здесь попадают даже младенцы. Екатерина Затонская, главный редактор детского журнала, уверена, таким образом дети быстрее развиваются. Но в этом есть и свои нюансы. Есть, конечно, минусы в плане, может, как назвать, звездная болезнь, что дети их постоянно хвалят, родители говорят, какой ты красивый, но тут уже нужно родителям правильно это выстраивать. Но нужно и говорить, что вот другие детки тоже хорошие. Больших успехов в модельном бизнесе добиться сложно, считает Анастасия Михайлова. Поэтому подиум она применяла на кисти. Девушка-визажист, и теперь она сама готовит модели к показам. Я не против, конечно, модельных школ, потому что это, ну, развивает личность. Если человек хочет в это пойти, как бы посвятить свою жизнь этому, то почему нет? Но детей, если хотят с ними вот какие-то изменения сделать, внешность, накачать губы, ну, это ужасно, мне кажется. Эксперты уверяют, в детских конкурсах красоты никогда не было правил. Именно поэтому в погоне за славой родители сами устанавливают рамки дозволенного. Главное, чтобы это не отразилось на здоровье самого ребенка. Оксана Панкратова, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.